Магические кулы, словно падающие звезды с необычайной силой, вонзились в поверхность планеты. Эта проекция на фасад здания КПТУ появилась благодаря технологии 3D-мэппинг, которая позволяет оживлять недвижимые конструкции и предметы. Для такого события организаторы пригласили специалистов по 3D-мэппинг из Голландии. Мультимедийное представление проводилось в Казахстане впервые. Все два часа, несмотря на моросящий дождь, алматинцы с восторгом наслаждались бесподобной картиной. Погодные условия не влияют на проведение подобных мероприятий. Наоборот, даже легкий дождь, он делает определенную красоту световым приборам, которые в своих эффектах делают определенные видоизменения, что вызывает там новые картинки. Анимационное шоу было поставлено так, чтобы его смогли увидеть с любой точки площади. В каждом показе была отдельная тематика. После последнего, который назывался «Алматы, я люблю тебя», в сопровождении светового и лазерного проецирования салютовал грандиозный фейерверк. Подобные проекты очень популярны в США, Германии и Бельгии. А теперь и алматинцы, которые первыми в Казахстане стали свидетелями шоу, будут с нетерпением ждать следующего мультимедийного представления. Да, шикарно. Блин, превзошли сами себя. Обалдеть, особенно вот это салют, это бум. Супер, спасибо вам всем. Прекрасное шоу, очень понравилось, классный салют. Давно у нас в Алматы таких салютов не было. Да, очень великолепное. Алматы, поздравляем! Жанна Тайтенова, Рашид Шукуралиев, телеканал «Алматы».